Принят комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области, который нарастит темпы роста экономики и обеспечит качество жизни населения до 2025 года. Проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом. Подробности прямо сейчас. Комплексный план состоит из 4 направлений и 87 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов. В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будут реализованы проекты по развитию жилищной, инженерно-коммуникационной и цифровой инфраструктуры. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. С 2021 года начнется в центральной части освоение микрорайона Копай. Это украсит центральную часть города. И вот наравне с вот этими темпами строительства, конечно, и не отнимается и развитие дорог, и развитие инженерных коммуникаций, и других объектов. Строительство ведется многопрофильной больницы, о которой мы многие годы мечтали, с турецкой компанией, инвестором выступила, которая. Вот эти все подвижки и плюс вот утвержденный план социально-экономического развития города, это дает нам перспективу, это дает нам уверенность. Планируется построить 52 молочно-товарные фермы, 3 откормочные площадки, 2 птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс. В рамках комплексного плана Петропавловский завод по изготовлению сливочного масла планирует увеличить экспорт на 12 миллиардов тенге и обеспечить регион стабильными ценами на молочную и масложировую продукцию. Когда мы запустим еще одну третью последнюю линию с компанией «Тетрапак» по увеличению производственной мощности еще на 250 тонн. На сегодня мы можем перерабатывать в день 510 тонн и будем перерабатывать еще дополнительно 250. Создание молочно-товарных ферм позволит нам увеличить выпуск сливочного масла, которое мы сегодня выпускаем в районе 9 тонн, до практически 30 тонн в сутки. Предусматривается реализация 64 инвестиционных проектов, которые направлены на развитие агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта и логистики, туризма и спорта, а также предпринимательской активности региона. Мадина Нуркина, Урал Амренов, служба новостей.